Добрый день, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней передачи особенно актуальна стала в последние месяцы и вызывает достаточно бурные споры, и существует много мнений, существует много разногласий. Это выход России из Болонского процесса. И для того, чтобы понять, что за этим кроется, каким будет состояние образовательной системы после действительно столь радикального шага, мы пригласили сюда, в нашу студию, компетентного, знающего, а самое главное, человека, который реально на практике работает в системе образования. Перед нами Сергей Иванович Ионенко, директор учебно-методического центра Департамента образования Казанского федерального университета. Здравствуйте, Сергей Иванович. Добрый день. Ну, а с вами журналист Казанского федерального университета Альберт Бекбов. Сергей Иванович, что на нас надвигается? Буквально в апреле высшие чины Министерства образования России объявили нам всем о том, что Россия выходит из Болонского образовательного процесса. И началась бурная дискуссия. Недавно, в конце июня, были слушания в Государственной Думе. И на странице как СМИ, так и в блогах, и на телевидении сейчас целый спектр самых разнообразных мнений, довольно противоречивых, о том, что нам несет этот шаг. Итак, что произошло? Поясните нам, пожалуйста. Ну, здесь нужно, видимо, начинать с того, что Россия присоединилась к Болонской декларации в 2003 году. Вот за этот период, за, получается, 18 лет, Россия попыталась модернизировать свою систему высшего образования, приспособить ее к европейской системе, которая тоже постепенно развивалась, модернизировалась. Вот. И прежде всего, самым таким важным шагом было это разделение на два уровня высшего образования, то есть бакалавриат и магистратуру. Раньше у нас был только специалитет. То есть, такая система у нас сложилась, значит, еще с 30-х годов, где была проведена такая существенная реформа советского высшего образования. И там все было понятно. Почему? Потому что работала отраслевая экономика по отраслям, формировались вузы, которые обслуживали интересы той или иной отрасли. Поэтому специалисты готовились для конкретной отрасли, конкретные специалисты в той или иной области, и срок обучения был определен в 5 лет. Но после распада СССР и вступления России на путь демократического такого развития, вхождения в мировое сообщество, собственно, руководство государства Ельцином именно так трактовало реформы, которые происходили после 1991 года, то мы идем в цивилизованный мир. Вот, хотим стать частью этого мира, в том числе, и, естественно, вопрос возник о едином образовательном пространстве, то есть вхождение в мировое образовательное пространство, а поскольку самые близкие отношения у нас были с Евросоюзом к этому времени, у нас в начале 90-х годов был подписан договор с Евросоюзом, всеобъемлющий такой договор, но он, конечно, экономически, прежде всего, аспекты затрагивал, то понятно, что присоединение к Болонской системе, которая сложилась с 1999 года, понятно, что это был вполне оправданный шаг, разумный шаг с точки зрения, если бы мы шли в объединенную единую Европу. То есть так задумано было с самого начала. Но еще один важный фактор, который подталкивал к такому решению, это успешность высшего образования Европы. Там более 500 университетов. Они занимают очень высокие рейтинги в мировом образовательном пространстве. Понятно, что вступление вот в эту систему неизбежно подтянуло бы, и, как считали наши руководители, и наше российское образование, высшее образование, сначала к европейским стандартам, а потом и к мировым стандартам.
Вот, потому что создавать что-то новое было сложно. И потом Болонская система, она оказалась достаточно притягательной. Декларацию подписало 29 государств, а присоединились к Болонской системе всего 49 государств. То есть получается еще 20. Вот. В основном это были страны Европы, которые не входили в Евросоюз, но и, соответственно, вот Россия. И поэтому, собственно, предопределенность вот этого шага была понятная. И Россия, в общем-то, стремилась к тому, чтобы приобщить нашу систему, модернизировать ее таким образом, чтобы взять все лучшее, все, что наработано в Болонской системе, сблизиться с ведущими университетами, потому что Болонская система – это не просто система образования как таковая, но это еще и активное взаимодействие с вузами, то есть с ведущими университетами. И вот, например, наш Казанский университет, он начал очень активно взаимодействовать с рядом ведущих европейских вузов, в том числе вот у нас с Гессенским университетом в Германии, или, например, с Сорбоннским университетом во Франции и так далее. То есть вот эти процессы, они были многоуровневые и открывали большие возможности. Ну и потом, конечно, в условиях, когда Россия имела ограниченные, ну, скажем, материальные возможности приобщения к образовательным программам богатого Евросоюза, тоже имела определенное значение, потому что Евросоюз, он направляет ежегодно большие суммы на образование, в том числе высшее образование, вот, с тем, чтобы сделать его более современным, конкурентоспособным. И нужно сказать, что и привлекательным, в том числе не только для граждан Евросоюза, но и других государств, так называемых иностранных студентов. Нужно отметить, что, например, система обучения такова в Евросоюзе, что она позволяет за сравнительно небольшие деньги учиться или конкурентоспособны, выделяются и гранты на обучение. То есть это все привлекает иностранцев. Кстати, по этому показателю страны-участницы Болонского процесса, вот европейские страны Евросоюза, они занимают в рынке высшего образования мира почти 60%. То есть это очень серьезные показатели вот, популярности именно Болонской системы в мире. Сергей Иванович, вы достаточно красноречиво обозначили преимущества Болонской системы и то, как, допустим, наш Казанский федеральный университет вошел именно в русло тоже вот этой тенденции. Но вот был такой покойный премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин. И у него есть такое интересное выражение, что хотели как лучше, а вышло как всегда. То есть критика Болонской системы была с самого начала, с 2003 года. Она сначала достаточно тяжело шла, а потом получился некий микс, потому что есть вузы, у которых и есть и специалитет, и эта система 4+2. И, собственно говоря, скажите, почему именно, вот, то есть это не связано с проведением, вот, с последними текущими политическими и военными событиями, всегда была критика этой Болонской системы, и вот сейчас происходит на наших глазах отказ от этой системы. Почему? Что в ней не так? Во-первых, что касается критики, то всегда любая реформа в России имеет и сторонников, и противников. Поэтому критика любой реформы, которая бы у нас проводилась, особенно в системе высшего образования, естественно, есть определенные люди или, так сказать, свои, которые вызывают недовольство этим нововведением. Вот. Ну и любое новое, оно нередко встречается вот так вот, ну, скажем, с отрицанием своеобразным. Это естественный процесс. Но вот почему Болонская система многими критиковалась, ну, прежде всего, это система, которая по существу должна была заместить специалитет пятилетний
на двух уровнях образования. То есть бакалавриат, который 4 года должен действовать, и, соответственно, магистратуру. То есть, с одной стороны, как бы увеличилось время получения полноценного образования, включая бакалавриат и магистратуру, вместо 5 лет – 6 лет, вместо специалитета. И потом многие критиковали бакалавриат, прежде всего, за то, что это первая ступень высшего образования, которая не дает тех компетенций, той глубины знаний и подготовки, которые давал специалитет. Это естественно, потому что ну, и сами программы, они более широкого такого характера, они это так и предусматривают, потому что там же вот, в системе бакалавриата предусмотрен переход из одного вуза в другой, набор определенных направлений подготовки или конкретных предметов, которые нравятся, например, студенту. То есть вот с этой точки зрения у нас тоже много сложностей возникало, но и для того же Министерства финансов, как вот оплачивать эти переходы из одного вуза в другой, когда финансирование у нас идет по-другому. То есть финансирование, вот нам выделяет контрольный цифр прием, вот по ним и идет финансирование бюджетное, правильно? Да. Вот. А, естественно, вот эта сторона, так сказать, миграции, скажем, студентов из одного вуза в другой. Вносит сумятицу. Ну, конечно, и потом это же тут множество других возникает вопросов и финансирования, и социальных моментов здесь, и переезда из одного города в другой. То есть это, я бы сказал, не в традициях нашего общества. Наше общество все-таки сформировалось таким образом, что мы привыкли учиться в одном месте, вот, и получать диплом там же, как правило. Но вот это нововведение, оно породило множество таких вопросов. Потом следующее – это, конечно, сами программы учебные. Вот. Вот у нас получилось, что третье уже сейчас поколение федеральных государственных образовательных стандартов ГОС. Вот. То есть третье поколение. То есть вот в течение этого времени перехода у нас постоянно меняются учебные планы, меняются программы. KPI меняется, да, естественно, меняется. Естественно, это вызывает определенное недовольство и немалого количества преподавателей, которые вынуждены 101 курс освоить, теперь следующий курс. Вот. Тут как бы довольно сложные вот эти вещи были, которые затрагивали не просто, ну, скажем, систему в целом, а доходили до конкретных преподавателей, которые тоже чувствовали на себе вот эти, ну, определенные издержки, что ли, реформ. Вот. Поэтому не всегда все детали можно, ну, условно говоря, продумать и предугадать. Вот. Потому что вы правильно сказали про честномерно, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть, конечно, не все сложности, они были видны сразу и появились потом. Вот сложности, например, с трудоустройством бакалавров, уже с работодателями. Работодатель работал со специалистами. Специалист – это человек, который готовился в узком направлении. В узком направлении, как специалист. От металлургической промышленности, вот конкретные, значит, его компетенции такие, какие были там. Вот. Сейчас появляются бакалавры. Они более широкие, как бы уровень подготовки. Вот эта узость убирается в определенной степени. Вот. А эти более углубленные, скажем, образование уже получается в рамках магистерской программы. Вот эти моменты. Ну и, конечно, вот очень большая критика, вот сейчас Бастрыкин даже, председатель Следственного комитета, глава Следственного комитета, вот он дал распоряжение отказаться от бакалавриата и магистратуры, по сути, то есть перейти на специалитет. То есть, как получалось, ну, там, в частности, о магистратуре речь шла, как получалось? Получалось так, что я, предположим, по экономике заканчиваю бакалавриат, экономист. Но формально я могу пойти, если сдам вступительные испытания, магистратуру на юриспруденцию. Понимаете?
Вот. И за 2 года я вдруг стану магистром юриспруденции. То есть человеком, который в принципе соблюдает все формальности получения полного такого высшего образования. Магистерский диплом же выше, чем бакалавра, правильно? А по сути он занимается юриспруденцией всего 2 года. Понимаете? Вот тут есть особенность. И поэтому и в нашем университете тоже проблема возникала такая вот, непростая. То есть здесь как бы вот переход вот от одной ступени ко второй ступени тоже это не совсем простая вещь. Когда есть родственные направления, это ладно, тут понятно. А если уже совсем разные направления подготовки, то есть возникает вопрос, насколько человек компетентен будет учась в магистратуре, например, совершенно другого направления. Конечно, там имеет большую роль вступительные испытания, но все равно вступительными испытаниями все компетенции, которые он должен получить за эти 4 года, их не заменишь. В конце концов, может просто повезти. Вот да, это. Вот. Поэтому вот вы спрашивали о том, какие трудности. Вот они здесь и возникали, вот трудности. Вот. И, конечно, для вузов были немалые трудности перехода в федеральные образовательные стандарты, вот эти новые. То есть, конечно, там их, во-первых, создать непросто, эти стандарты по конкретным направлениям подготовки, под конкретным примером, предметом. А во-вторых, и внедрить тоже не так-то легко было. Вот, ввели зачетные единицы. Вот это тоже нововведение, которое ну, как бы, для Болонской системы является естественным. Вот, для нас это было совершенно новым явлением. Тоже не все так просто. Вот, зачетные единицы в Европе они вводятся для того, чтобы ну, отследить полноту образовательного процесса конкретного студента. То есть он зачетные единицы получил, 1 год учился, например, в Италии, 2 год он может в Великобритании учиться. Уехать. Да, и те же зачетные единицы у него они все идут за ними. Они зачитываются и совершенно спокойно. Да. Мы эти зачетные единицы ввели, но на практике... Так и не дошло до них. Нет, они как бы есть, но он, что он с ними он может делать, с этими зачетными единицами? Вот. Тоже тут определенный, потому что на практике массового движения студентов из одного вуза в другой не происходит. Ну и понятно, потому что у нас и вузы разные по уровню. Вот. Если бы, предположим, были все одного уровня, у нас все-таки есть вузы федеральные, национальные вузы, исследовательские. Вот. То есть разного типа вузы, дающие ну, определенные, так сказать, направления подготовки. Вот. То есть вот эти, вот, я бы сказал, сложности, они выявились в процессе работы. Ну и следующее, это вот, предположим, практикоориентируемая. Ведь Болонская система, она практикоориентируемая. То есть там большое внимание уделяется практической деятельности, но не только теории, но и практике, проведению различного рода исследовательских работ, потом лабораторных работ и так далее. У нас тоже это все есть, конечно, но все отмечают о том, что у нас более сильная теоретическая, а там вот не только теоретическая, но и практика ориентируемая. То есть там уже готовится специалист, то есть, ну, скажем, выпускник, который ну, легко найдет себе работу. То есть уже приспосабливаются к конкретным востребованиям. И еще один там очень важный момент в Болонской системе, который у нас тоже ну, немало вопросов возникает, это приложение к диплому. Ведь Болонская система, ее цель заключалась в том, чтобы создать единое образовательное пространство с тем, чтобы утворить единый рынок труда. То есть я заканчиваю университет во Франции, я спокойно могу трудоустроиться в Румынии с французским. И наоборот, в любой стране, то есть вот это приложение к диплому, которое, так сказать, европейский вуз дает, оно подробно расписывает все компетенции, которые получил данный студент, обучаясь, вот, например, в бакалавриате. И уже приложение в диплом, оно
целиком и полностью получает поддержку, скажем так, работодателей, доверие работодателей и так далее. Ну, а у нас вот эта система тоже, она непростая, потому что вузы разные. Там, например, чтобы получить приложение к диплому, Еврокомиссия специально сформирует рабочую группу с участием университетов, с участием ЮНЕСКО. Вот. То есть они разрабатывают очень так требовательно вот эти все пункты приложения к диплому, что он действительно был реальным документом и конкретно под конкретного человека. У нас все-таки еще на этот уровень не вышли, я бы сказал. У нас, конечно, приложение к диплому есть, но оно не исчерпывает всей картины индивидуальной подготовки студента, то есть который можно было по этой картине составить представление вот о том, насколько он компетентен, настолько именно конкретный студент. Вот. У них же именно система построена так, чтобы ориентироваться вот в приложении диплома на конкретного студента. То есть вот я иду на работу, я показываю документы, и уже они знают, что, что я в тех или иных областях достаточно компетентен. Ну, там тоже, конечно, наверняка есть проблемы свои, но вот это, например, приложение к диплому, оно тоже дисциплинирует и вузы, высшие учебные заведения, он заставляет их более жестко следовать требованиям. И, как видите, даже еврочиновники активно контролируют эти процессы. Вот. То есть это не просто так делается. Но нас, конечно, они не очень контролируют, понятное дело, потому что мы просто присоединились к Болонской системе, но не оказались внутри нее. Дело ведь в том, что Министерство образования Российской Федерации, оно совершенно открыто заявляет, в лице министра Валерия Фалькова, оно говорит так, что мы не подписывали ничего, то есть мы присоединились к Болонской системе как есть, но без подписания каких-либо бумаг, без подписания каких-либо. И все вещи, которые у нас происходят, вот признание, допустим, бакалавриата и магистратуры между странами, они происходят на фоне двухсторонних договоров, благодаря двухсторонним договорам. То есть, по сути, и Болонская система не нужна. Тут есть два договора между одной страной и Россией, и они признают дипломы друг друга. Ну, понятно, потому что мы же не являемся частью Евросоюза. Там же есть наднациональные органы власти. То есть они уже там, у них часть суверенитета уже отдельные страны отдают, в том числе и в высшем образовании, естественно. Потому что там есть структуры, которые занимаются управлением высшим образованием, вот, выделением грантов. И гранты выделяет не государство как таковое, а гранты выделяет Евросоюз из своих средств. И, соответственно, у них есть шестилетнее планирование, большие шестилетние гранты, которые дают возможность, ну, решать какие-то вот важные для Евросоюза вопросы. А Россия к этим грантам, естественно, к этим вот шестилетним никакого отношения не имеет. Потому что она не член Евросоюза, это понятно. Вот. А Фальков, он прав в том смысле, что мы присоединились, мы готовы разделить, и у нас представительство, значит, соответствующее образование по, значит, Болонской системе в Москве, например, представительство соответствующее есть. Вот, например, по обмену студентов там это работает. Вот. Но опять-таки обмен студентов, он... И так, и так? Да, он и раньше был, но просто сейчас эта структура Евросоюза выделяет гранты, например, по обмену студентов. Вот. И к этим грантам присоединяются и наши студенты. То есть могут по ним пройти стажировку или подготовку, там, даже магистратуру поступить, например, в европейские вузы. То есть это открывало широкие пути, так сказать, интеграция в европейское пространство, и на каком-то этапе это считалось благом. Хотя у нас начались разговоры о том, что Болонская система, она как бы приводит к утечке мозгов.
То есть мы даем возможность нашим талантливым ребятам, ну, толковым в том числе, ехать за границу, и не факт, что они оттуда вернутся. И очень часто так и получается. Вот. Более того, например, европейская система построена таким образом, высшее образование, что она стимулирует талантливую молодежь учиться, а затем и оставаться на работу там. Плюс, понятно. Плюс существует система хедхантинга, то есть когда работодатели отслеживают талантливых ребят уже даже на этапе магистратуры, уже смотрят, кто что, и делают сразу им предложение. Это за рубежом, как правило, если на востребованных специальностях. И вот слушаю вас, Сергей Иванович, и думаю, вот, а что мы действительно сделали? Вроде бы вы говорите, но это же не Болонская. То есть в России, Россия присоединилась в 2003 году, но опять получила что-то свое. Такое вот с этим, с колоритом, российским колоритом. И многие даже начали говорить о том, что вот, а была ли Болонская система в России? Это симулякр, потому что опять-таки не было вот этих приложений к диплому, не было возможности, что какой-то там бакалавр из какого-нибудь, условно, там Нижнекамска может поехать в Сорбонну и там сразу поступить в магистратуру сорбонскую, или у него там какие-то баллы засчитают и все прочее. Ну, вот на словах вроде бы да, а вот так фактически получилось уникальное что-то свое. Ну, в общем-то, здесь удивляться нечему, потому что система образования очень инерциональна, инерция большая. То есть это за полчаса здесь не изменишь, потому что у нас и общественное сознание, массовое сознание соответствующее, другое, например, там, они же десятилетиями шли к объединению фактически. Сначала общий рынок был европейских стран, потом вот Евросоюз. А вообще, вот у них Болонский процесс, скажем так, он так не назывался, но процесс сближения вот, национальных образований европейских стран, он начался в 70-е годы. Но просто, когда резко усилился процесс интеграции, с начала 90-х годов, кстати, совпавший распадом СССР и социалистической системы, они заторопились создать вот такое мощное, ну, государственное фактически образование, по сути, Евросоюз. Вот такое уникальное образование. Некоторые даже сравнивали его с Советским Союзом, но это, конечно, не Советский Союз, понятное дело. Вот, то есть они последовательно шли. У нас же получилось так, что мы в советской системе были, потом все рухнуло сразу, и вот тебе готовы сразу новую систему, чтобы все было удачно. Вот. Ну и потом нельзя забывать, что Болонская система, она предусматривает большие затраты на развитие высшего образования, в том числе на уровне университетов. Если мы посмотрим бюджеты, ну, скажем, европейских университетов, то мы поймем о том, что там все-таки возможности большие, скажем, не каждый вуз в нашей стране имеет такие возможности. Вот, это понятное дело. И в одночасье, тем более, в одночасье сделать вот все это так эффективно работать очень сложно. А там они уже постепенно эту систему отрабатывали. И потом, представьте, ну, скажем, ВВП Европейского Союза, ВВП современной России, это немножко разные вещи. Вот. Да, порядке. Что, да что там говорить? Да, вот, поэтому возможности, возможности, конечно, вот мы говорим, плохо, хорошо, ну давайте, в общем-то, порассуждаем из того, что мы стремились модернизировать образование вот, по европейским, так сказать, стандартам, вот, но при этом не во всем можем использовать эту систему, даже чисто финансово. Возможности не всегда такие бывают. И хорошо, у нас были тучные годы, когда можно было отчислять большее количество. Хотя я должен сказать, что у нас тоже достаточно, ну, политика направлена на то, чтобы создавать опорные вузы. Вот сейчас программа «Приоритет 2030», которые уже там 100 вузов у нас. Вот, они получают большие средства именно развитие, потому что у нас понимают, что вот ведущие, все поднять сразу, все, вот как раньше была идея, всех колхоз, все колхозы ставить передовыми. Это невозможно.
Поэтому появились колхоз-миллионер. Да, да, да. И к нему присоединяли бедноту, как это Хрущев делал вот, в 50-е годы, и в результате миллионер превращался в середняка, в лучшем случае. Вот. То есть тут тоже вот, понятно, что не все сразу и не везде. Вот. Поэтому сейчас, мне кажется, эта политика правильная. Вот у нас федеральные университеты создали, опорные такие, вот, по федеральным округам. Затем вот эту программу 5-100, вот эту программу, она тоже, мне кажется, достаточно разумной была. Все говорят, вот она плохая, потому что ни один из вузов, который в ней участвовал, не вошел в 100 лучших университетов мира. Но зато в 200 вошли, в 300 вошли. Зато оно давало еще направление. Конечно. И потом вот международные рейтинги. У нас никогда российские вузы в серьезных международных рейтингах не участвовали. А вот эта программа буквально заставила тех, кто вошел, там около 20 университетов, они действительно занялись серьезно рейтингом. Вот, да, посмотрели, где у нас хорошо, где у нас плохо, куда тянуться. И в этом ничего плохого я вообще не вижу. Вот, потому что говорить о том, что мы лучшие, и железным занавесом закрываться, вот, это не лучший порядок. Самая конкуренция открытая – это самый лучший вариант. Потому что постановлениями, решениями реальную конкуренцию не заменишь. Сергей Иванович, мы сейчас переходим к больной достаточно действительно тематике. Это то, что последние события, ну, после 24 февраля, это повлекло за собой практически слом всех налаженных вот этих движений в сторону и Болонского процесса, и международного обмена с вузами, и наукометрии, и т.д., и т.п., и так далее. Мы сейчас попали в очень сильное, турбулентное такое состояние, когда непонятно, что будет с системой образования дальше. Этот вопрос сейчас задают практически все участники дискуссии. И хочется у вас спросить, Сергей Иванович, вот вы как видите состояние российского образования, естественно, не в мрачных тонах, я надеюсь, состояние, это так называемая постболонская система, которая вот сейчас начинает делаться, нам уже какие-то контуры говорят, но там все расплывчато очень. Вот как постболонская система на территории России сложится? Но вы совершенно правы, что вот в современной ситуации, когда Запад фактически нам объявил тотальные санкции, они затрагивают все сферы жизни, естественно, и такие, наука, такие да, связи в области науки, образования, они неизбежны. Неизбежны почему? Потому что не может быть сектора одного, другого. Вот. Если у нас там тысячи разных ограничений вводятся, то, понятно, нормально взаимодействовать нам будет чрезвычайно сложно. Но, опять-таки, нужно думать о том, что мы должны дальше развиваться. То есть санкции – это не приговор нам, то, что у нас ничего не будет. И мы видим о том, что экономика, например, у нас пытается приспособиться к новым условиям. Нам, знаете, Байден там говорил, что значит, рубль вот, будет 200. Рубль 200 будет, а когда присоединился Крым... Доллар 200, да. Тогда, да, значит, когда присоединился Крым, тогда Обама был президентом, он уже тут же объявил, что экономика России будет порвана, разорвана, уже разорвана в клочья. Разорвана, уже да. Ее нет, экономики России. В 2014 году, вот худо-бедно, до 22-го 8 лет прожили, вот, в условиях тех же санкций, но они были помягче. Сейчас они, конечно, они более системные, более тотальные такие санкции. Вот. Поэтому как будет развиваться высшее образование, в значительной степени зависит именно от нашей страны, как она сможет приспособиться в условиях импортозамещения, вот, в условиях, так сказать, определенного ограничения, ну, традиционных связей, предположим, с Европой, с Северной Америкой. У нас такие связи были. Вот, после распада СССР они довольно активно развивались.
Вот. Конечно, очень будет зависеть и от правительства, от субъектов федерации, и, понятное дело, от самих вузов высших учебных заведений, университетов, как они в этих условиях будут перестраивать свою деятельность, вот, с тем, чтобы не навредить тому, что уже сделано положительного, особенно в учительских работах, в совместных с западными странами. Я более чем уверен, что отдельные проекты они продолжат свою работу, вот, в которых участвует, ведь наука, она интернациональна, и часто ученые, они очень скептически относятся к политикам, которые говорят, вот это не надо, вот это не надо. А ученый, он немножко другими категориями мыслит. В СССР наука была, да еще какая. Да, поэтому это еще вопрос такой. Но и в связи с этим, конечно, вот политики сейчас, да, такое, что мы пережили Болонскую систему. Министр науки и высшего образования Фальков Валерий Нес уже это обозначил. И он совершенно прав в том смысле, что прежней системы уже взаимодействия не никак не будет, раз с нами объявили это нам такие тотальные. Реальность. Конечно. Объективная реальность. Да. Но вот вопрос возникает, собственно, как дальше развиваться. Ну, дальше развиваться, вот некоторые сразу говорят, давайте откажемся от всего, что было в Болонской системе, но опять-таки не надо, может быть, ребенка выплескивать с грязной водой, вот, как у нас говорят, что не надо торопиться здесь, потому что Болонская система, она не на пустом месте развивалась, и там много положительного опыта есть. А зачем все сразу вот так и отметать? Поэтому я считаю, что нужно сейчас просто внимательно проанализировать, какие задачи должно решать высшее образование в новых условиях, фактически вот таких тотальных санкций Запада. Как мы должны развиваться? Потому что, конечно, определенные изменения должны быть. Потому что и в рамках подготовки и специалистов, и финансирования, и много-много другого. И тут я вижу окно возможностей, которое открывается, прежде всего, в международном сотрудничестве. Это в рамках СНГ оно идет. В рамках сейчас вот Шанхайской организации сотрудничества, у нас там тоже предусмотрены обмены, ну, развитие в культуре, в сфере культуры, науки, образования. Шанхайское объединение, которое зародилось еще в 90-е годы. Это очень мощная организация сегодня. Вот, она сначала как безопасность, а потом ее сектор расширяется. Сейчас вот БРИКС стало расширяться, объединение стран. И понятно, что сейчас идет турбулентность в смысле геополитического соперничества между Западом, условно скажем, и всем остальным миром. Потому что мы видим, что Запад продвигает свое лидерство и хочет его всячески сохранить. Но многим это не нравится, в том числе и России, и Китаю тому же, потому что по своему, экономическому потенциалу Китаю нет никакой необходимости, предположим, считать себя второсортным каким-то государством в отношении с той же Америки или Западной Европы. Они производят товары, которые покупают по всему миру. И очень активно экономически развивается. Почему они должны, следовать плюс советам? Плюс Индия. Да, Индия та же, которая, С миллиардом. То есть они стараются заставлять страны действовать в своих интересах, но при этом не задумываются, а нужно ли это этим странам или нет. Вот, например, эмбарго покупки нефти и газа, например. Им нужно это или не нужно? Вот, и вот они считают, американцы, европейцы, со своим НАТО, что им нужно следовать их политике. А эти страны нет. Поэтому у нас окно возможностей, я думаю, будет активно развиваться и дальше. У нас с латиноамериканскими странами неплохие отношения развиваются. Вот, Ближним Востоком,
Вот с традиционными союзниками Соединенных Штатов тоже у нас сейчас налаживаются отношения по разным причинам. Вот. И интересы взаимные есть. И все это тоже будет транслироваться. А если говорить о Юго-Восточной Азии, то там, например, система высшего образования очень быстро развивается. И она конкурентоспособна. Вот кто до недавнего времени говорил бы, что Индонезия – это высокоразвитое государство? На сегодня это очень мощное в экономическом отношении государство и по численности населения, и по экономическому потенциалу, и, соответственно, по образованию. Сергей Иванович, вот я слушаю вас про то, что обмен никуда не уйдет, он просто переместится в другие направления, произойдет как говорится, если раньше там был обмен с Западом, то теперь будет обмен с Востоком. И, соответственно, я начал слышать в рассуждениях также высших чиновников Министерства образования в отношении новой постболонской системы, это то, что, во-первых, они хотят сохранить бакалавриат и магистратуру, поскольку обмен сохраняется, он просто будет перемещен. А в ряде государств примерно такая же система, но они в болонский процесс не входили, но тоже есть такие же и бакалавриаты, и магистратуры, сейчас которые с нами общаются, и с которыми идет действительно дружественные страны и нейтральные. Вот. А с другой стороны, заговорили, что давайте все вернем back to the USSR, то есть специалитет, вся такая наша кондовая, проверенная временем, выдававшая на гора во славу военно-промышленного комплекса и тяжелой промышленности, систему образования, подготовки такая вот, с упором на инженерно-технические специальности. Вот говорят, что будет так. А стоит ли нам двигаться в СССР? Или все-таки попытаться все-таки на основе вот этого международного обмена все-таки как-то сохранить вот эти... Ну, здесь надо, наверное, начать с того, что бакалавриат, двухуровневое образование, оно не только европейское, да. Оно общемировое. На сегодня и Соединенные Штаты Америки, и многие-многие другие государства, они используют эту двухуровневую систему. При этом считая... не участники болонского процесса. Да, нет, конечно, но у нас, скажем так, участник болонского процесса, вот, ну, скажем, 30 государств. 29 подписали, но сейчас где-то в районе вот Евросоюза 30 государств, которые внутри находятся. А другие, присоединившиеся, которые тоже участвуют в определенных программах, но на усмотрение уже Евросоюза. То есть они смотрят, кого прикормить. Например, Армению они активно подтягивают, так сказать, дают деньги там. То есть те страны, которые вот бывшего СССР, они которые заинтересованы, чтобы усилить свое влияние, там и Штаты, и Евросоюз, они вот больше внимания уделяют. Больше политика. Да, конечно, тут определенные геополитические моменты есть. Хотя все понимают, что Армения, если, например, отвернется от России, то ее положение резко ухудшится. Это понятно. Вот, поэтому тут баланс везде интересов. Ну вот поэтому они тоже так рассуждают. И поэтому вот просто так вернуться к чему-то, что уже было, ну, это, конечно, можно сделать. Но насколько это принесет много пользы, это еще вопрос. Вот. То, что специалитет сохранится в определенных направлениях, это объективно. И он у нас и был. Ну, вот медработники, например. Конечно, медработники. И есть и другие, например, там, где требуется узкое... Вот я приводил тоже примеры такие. Например, в критически важных отраслях промышленности, как атомная промышленность. Там специалисты должны... высочайшего уровня готовится. Конечно, бакалавров там не готовят. Для вот таких узкокритических специальностей. Там специалисты они были, и так и остались. Вот. Медицина то же самое. Вот. Потому что медицину вообще лет 10 надо учиться, чтобы... более-менее. Да, чтобы допустили
к лечению больного, потому что это тоже критически важное направление, которое, так сказать, без специальной подготовки там делать нечего. Мне кажется, что вот сейчас надо определенную паузу взять, что ли, посмотреть, как будет сейчас развиваться ситуация. Не нужно, мне кажется, вот резких движений делать, потому что у нас много обязательств. Например, 30 тысяч студентов иностранных у нас в вузах учатся. Вот, они все практически учатся на бакалавриат и магистратуру. Вот бакалавры, магистры, ну не все, но очень многие. То есть для них эта система абсолютно понятная. Вот. Она у них тоже есть такая система. А тут начинается какой-то... А тут, если мы введем специалитет, то для многих это будет вообще непонятно что. Они приехали сюда бакалавриат осваивать, например, а им говорят, нет, теперь будете 5 лет без магистратуры. Вот эта вот ломка для иностранных студентов, это тоже надо продумать, насколько это все, ну, скажем, обосновано вот это все, вот такая резкая ломка. Поэтому здесь по-любому, я говорю, образование – это инерционная система. Тут просто так за полчаса ничего не сделаешь. Вот. Поэтому все равно она будет видоизменяться в зависимости от ситуации, потребностей. Вот. Я думаю, что ничего страшного. У нас 18 лет сосуществовал бакалавриат, магистратура и специалитет. А что мешает им дальше существовать и дальше? Но только таким образом, чтобы все это работало на общий результат. Сергей Иванович, вот недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос в отношении, что вы знаете о Болонской системе. И выяснилось, что реальное количество респондентов, которые знают о Болонской системе, там ну, в районе четверти находится. Все остальные ну, просто не бум-бум. То есть, да, они слышали это название, да, там, наверное, это общее такое расхожее представление, это бакалавриат и магистратура, на этом все знания заканчивались. И вот эта плохая осведомленность населения именно о Болонской системе, она привела к тому, что сейчас начали отвлекать Болонскую систему еще и с ЕГЭ. То есть Болонская система равно, что туда еще и ЕГЭ входит. И раз отменяют Болонскую систему, народ пошел чесать языки, что отменяют и ЕГЭ. ЕГЭ будем отменять, соответственно, вернемся к системе старых классических советских экзаменов. Отменят, не отменят. Ну, вопрос, конечно, важный чрезвычайно, потому что здесь действительно он в какой-то степени ЕГЭ связано с переходом в Болонскую систему в том смысле, что в Европе тоже была система тестирования, отборочного тестирования, то есть может, надо было их сдавать определенные. Они там разные, там есть, ну скажем, лицензированные центры, которые занимаются лицензированием, то есть, вернее, тестированием. Вот, выдают соответствующие документы. Вот, поэтому система в Европе, в Америке тоже она существует. Там есть разные уровни, типы тестовых заданий и письменных заданий. Вот, потому что это мировая практика, и то же самое в Японии, например, который мы долгое время считали светочем, так сказать, прогресса мирового. Вот, там тоже такие системы есть, и они работают. И даже ситуация такая, что если, предположим, ты плохо написал, то даже родитель, занимающий очень высокий пост, он не может поднять трубку и позвонить, сказать, ребята, ну, надо что-то тут делать, исправить или так далее. Вот это, в общем-то, общая тенденция такая, что должны быть независимые центры оценки знаний. Вот прежняя система советская была в том отношении уязвима, что оценку знаний фактически проводили те же учителя, которые преподавали в школе.
и они уже были много лет конкретно знали. Вот я, говорит, этого школьника, ну, не люблю я его, и все, не нравится он мне. А эту вот очень люблю. И родители меня поздравляют каждый, значит, день там важный для меня, день рождения, подарки дают. И на ремонт шифера в школу деньги выделяют. Может быть, да, там, но это уже все такое. Я просто хочу сказать, что вот такие субъективные факторы, они, ну, делали невозможным выявить по всей стране единый уровень знаний. Вот для того, чтобы что-то планировать, мы должны четко знать, с чем мы имеем дело. Если рапортовали, предположим, регионы о том, что у нас там столько-то медалистов, столько-то отличников, то вот за этими цифрами мало что стояло. Потому что медалист, например, московский, и медалист где-нибудь в провинции могли быть совершенно разными по уровню подготовки. Вот. И потом, соответственно, вот прежняя система была в том, что мы тебя выпускаем, мы тебе даем хороший аттестат, пятерок там много будет у тебя, а уж поступишь в вуз или не поступишь, это вообще не наша проблема. Понимаете? То есть там получалось, что школа отсекалась полностью от будущего образовательного движения своего выпускника. То есть как Уракин, забудь, и там все новое будет. И действительно, те, кто хотел получить образование высшее, они вынуждены были все заново сдавать вступительные испытания после того, как сдали эти. Вот. И потом даже такой момент, вот, предположим, я хочу в московский вуз поступать. А представьте, а если я туда не пройду, я должен поехать в Москву, а где я там жить буду, как остановиться, где останавливаться и так далее. То есть там возникало множество разных вещей, которые, ну, останавливали ребят. Да просто вот бедный ребенок из провинции. Да. И потом московский школьник, например, выпускник, он мог благодаря родителям иметь доступ к высококлассным репетиторам, которых, естественно, в деревне не было. Вот. Поэтому складывалась такая ситуация, что социальный дисбаланс определенно был. Он, конечно, в советское время покрывался. Покрывался каким образом? Были так называемые льготы по регионам. То есть из такого-то региона вот такие-то вузы они обязаны брать. Существовали квоты, рабфаки были. Да, да. Существовали квоты по рабочим, по крестьянам. Согласна. Вот в советской системе там социальный лифт работал в определенной степени. И мы знаем, что нередко он был очень эффективным, социальный лифт. Ну вот, например, у нас Громыко Андрей Андреевич, министр, он умирал от голода в начале 30-х годов, белорусская семья. Вот, там вообще ужас был. И вот он удачно по квоте попал, значит, соответственно, хорошее направление, в русло. Его быстро взяли в Москву, как толкового парня, там доучили. И буквально 30 с небольшим он уже был, по сути, послом СССР где? В США. Да. Понимаете? Совсем молодой парень, недавно еще он чуть не... А вот сейчас попробуйте МГИМО просто так. Да. Но и вот, потом в МИД. Ну, вот я просто хочу сказать, что вот система, она работала. Рухнул Советский Союз, рухнула система. Что получилось? Получилось, что вузы, по сути, стали зачислять по своим экзаменам, а кто как их сдавал, это уже другой вопрос. Вот. Поэтому в Москве, например, резко увеличилось количество тех, кто занимал высшие учебные заведения, в Питере, например, в лучших вузах, тех, кто там проживал. То есть получилось таким образом, что перескос. То есть провинция оказалась в ущербном виде. Вот. И поэтому переход к ЕГЭ, я считаю, был оправданным. Он решал и социальные задачи, и общегосударственные задачи, в том смысле, чтобы подтянуть школу, сделать действительно учителей ответственными за образование, которое они дают. Потому что они как бы, если они двоечников готовят, то какой-то учитель, тут все становится на свои места.
например, если у него ЕГЭ двойки, но понятно, там проблемы есть и в самом контингенте ребят, есть сильные школы, есть не очень сильные, есть и деревенские школы, предположим. Вот, тут есть моменты, но все равно уже ответственность учителей повышается. Повышается ответственность директоров, их заинтересованность в том, чтобы школа была на приличном уровне. Если директор обеспечивает ее, так сказать, хорошие результаты ЕГЭ, ну, то есть привлекает хороших специалистов для преподавания. Но это в идеале, конечно, так. Вот. То есть здесь действует вот этот момент. Министерство, соответственно, тоже заинтересовано. Но и потом, у нас никогда не было независимой системы оценок. Вот ЕГЭ позволило создать такую систему. Сейчас она работает худо-бедно и, может быть, даже совсем неплохо. Ну, вот. Есть проблемы с отдельными регионами, дагестанские, да, эти. Да, это есть проблема. Но вот сейчас видеонаблюдение во всех аудиториях, где школьники сдают ЕГЭ. Вот если ты что-нибудь уронил, ты обязательно предмет должен достать и показать на видеокамеру, что это такое. А вдруг это сотовый телефон, тебя сразу выкинут. То есть это все видит московские структуры, специальные люди. Везде камеры все записывают. Это свидетельствует не о том, что какой-то там супернадзор, а это свидетельствует о том, что максимально создать максимально объективные условия для всех. И если я знаю, что я списать не смогу, никто мне не поможет, то я иду на ЕГЭ уже с пониманием того, что вот у меня есть определенный багаж знаний, я его накопил. Вот благодаря этому багажу знаний я могу рассчитывать на такую-то оценку. Если я, условно говоря, шалтай-болтай в школе вел себя, то 100 баллов мне никогда не будет. А тот, кто целеустремленно двигается, и у нас получилась интересная вещь. Провинция, вот сейчас пишут, ругают ЕГЭ. Ребята из простых семей, материально, вот в двушке, в Красноярске мальчишка живет в двушке. Вот математику. Сдал на 100 баллов. Один из немногих во всем Красноярском крае. Причем не с репетиторами занимался, а сам. Вот, ну, хороший, может, учитель, но он онлайн работал с интернет-образовательными ресурсами, бесплатными они тоже есть. То есть, если голова на плечах, то есть ребенок, если он одаренный, то сейчас создается реальная возможность получить очень высокие баллы ЕГЭ. И поступить в действительно престижные. Да, а с этими баллами, вы знаете, их будут брать таких ребят, потому что любой престижный вуз, он не может за счет блатных студентов процветать. Это невозможно. Вот, поэтому и такие ведущие вузы страны, они прежде всего ориентируются на сильных ребят. Вот, это понятно. Поэтому я считаю, что на сегодня альтернативы ЕГЭ нет в том виде, в котором она есть. Конечно, там говорят, вот ребенок испытывает стресс. Но любой нормальный человек, который сдает экзамены, должен испытывать стресс. Такого не бывает, чтобы он не испытывал стресс. Но, конечно, если он сдает хорошо знакомой учительнице, с которой много лет знаком и с которой они и в домашней обстановке могут общаться. Вот. Но опять-таки я хочу сказать, что вот такого рода экзамен, он объективные картины знаний не покажет. Уважаемые телезрители, как нам достаточно толково и доходчиво объяснил Сергей Иванович, ЕГЭ скорее жив, чем мертв. И поэтому я думаю, что власти не будут разбивать то, что работает, как вы показали, и оставят и ЕГЭ, и оставят все лучшее из Болонского процесса, то, что было, что работало, что как бы функционировало. И да, будет какая-то сейчас новая система, но вот эти вещи, я считаю, и, наверное, вы со мной согласитесь, они должны остаться. Мы должны взять самое лучшее, и, ну, раз получилось так, то мы должны построить новую систему образования, учитывающую наработанные хорошие вещи, и
Надеюсь, так оно и будет. И на этом я завершаю нашу передачу. Хочу прежде всего поблагодарить нашего гостя Сергея Ивановича Яненко за столь содержательную беседу. Сергей Иванович у нас является директором научно-методического центра департамента образования Казанского федерального университета. Ну, а я завершаю и прощаюсь с вами. Журналист Казанского федерального университета Альберт Бекбов. До свидания.